Ключ какой-то невероятный. Смотрите, что нашли. Тан-тан. Монетосина! Серебряная, нет? Здорово, народ! Прошлое видео о наших магнитных делишках набрало огромное количество просмотров, лайков. И мы решили прямо сегодня, вот после работы, в нормальной одежде отправиться на реку и немножко побросать магнит. Первый заброс. Кстати, место прикольное. Вот там, вот в тех кустах, когда-то давным-давно стояла мельница. А вот тот бугор, это археологический памятник. Древнее скифское городище. Ну, а тут, собственно, деревня. Соответственно, здесь когда-то был деревенский пляж. Вот, сейчас немножко облагородили, поставили мостушки. Четыре мостушки мы сегодня должны пройти. Ну, что там? Ну, что там? Ничего. Ничего там. И, кстати, я прям сегодня местных узнавал. Они говорят, нет, тут никогда не чистилось ничего. Земснаряд не ходил. Вот как есть, так есть. Ну, зато тины много. Зато на самом деле, вот, если что-то найдем, почистим пруд. Слышь, мужик, что, клюет? Нет. Тащи, подсекай. На этой мостушке вообще пока ничего. Вот, решили последний заброситься и переходим на следующую мостушку, поближе к старой мельнице. Взял я дело в свои руки, этот заброс мой. А то, может, Толик не фартовый просто человек, и все. Опа, еще одна попыточка. Отлично. Ключ какой-то невероятный. И кольцо для ключа. Ну все, день удачный. Ах, какая невезуха. Не ловится сегодня ничего. Крайний заброс на этой. И перемещаемся на следующую. Может, там повезет? Рот, кажись, поперло. Смотрите, что нашли. Тан-тан. Блесна. С поводком. Блесна с поводком. Что за блесна? Аж кольцо сгнило. Это хорошая блесна, не знаешь? Была хорошая. Теперь уже ржавая. Ну ты же ее восстановишь. Я? На нее ловит рыбу. Имеет смысл продолжать, мне кажется. Так, ну это неплохое место. Третья мостушка. Здесь хотя бы блесну мы нашли. Сейчас на четвертой вообще найдем автомат. Отвечаю. Так, как я и говорил, народ, смотрите. Третья мостушка была самой крутой. Сейчас полоснем. Там вроде как что-то очень крутое должно быть. Да? Смотрите, что это у нас? Монетосина! Серебряная, нет? 5 рублей. 5 рублей современные. Ну, какие? А купили поездку, да? 90-х. Шучка, сейчас посмотрим. Ну, в любом случае, монеты мы вытащились. В общем, мы решили, что все эти старинные мельницы, старые русла, все это баловство. Надо ехать под нормальный современный мост и бросать там. Мы переместились вот под такой мост. Тут новое русло реки, его копали лет, наверное, 60 назад. Вот, и, собственно, мост тогда же построили. Здесь, конечно, никакой старины не будет, но так-то ее и там не было. Поэтому, ну, будем надеяться на то, что найдем здесь современный пистолет. На том берегу, на самом деле, металлургический комбинат и шлакопереработка. Соответственно, я думаю, при строительстве моста активно использовался шлак с комбината. И сейчас мы его весь повытаскиваем, и мост упадет. О, то же самое. А, нет, смотри, кругленько. Что-то нет. Что-то, ну, это похоже. Шайба, смотри. О, все, находки пошли. Есть еще. С этого заброса шайбочка, копеечка и невидимочка. Ну что, достанешь ножик мне какой-нибудь крутой? А то я чуть без ножика вообще. Как свежачок. Свежачок, да. Толик говорит, сейчас нож достанем, которым человека убили. Вот только что он так вот достаем, а с него еще кровь капает. Представляете? Такой вариант. Опа! Слушай, что-то тяжело идет. Что-то тяжело идет. Не знаю, я не знаю. Мне кажется, что там что-то должно быть. Мне кажется, там. Ну, уже что-то. Ого! Ты прилип к мосту! Так, ну тут что-то покрупнее. Первые прям крупные находки. Смотрите, мы что обнаружили. Походу, мы не первые люди, которым пришла в голову гениальная мысль побросать здесь магнит. Вот кто-то уже бросал и поналовил кучу шмурдюка. А, ну вот монетку он достал. Вот. А так, ну все то же самое. С
Сплав, сплав, сплав. Да, вот. Вот кто-то поймал, а вот поймали мы. В принципе, абсолютно то же самое. Еще около часа мы бросали магнит, вылавливали всякую ерунду, типа того же металлургического шлака. Хоть сегодня находки не особо, но они нам по-своему дороги, что называется. Главное, мы классно провели время. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Пока-пока.